О, не! 49-я это как раз та самая. Я тебя отвлек, извини. Ну, вообще, ну, резкие реакции, да, немного пугают, но мне кажется, я не из этого умер. Просто я не понял, как невидимо пулька меня убила. А, ужас, ужас. Она невидимая, видишь, она видимая. Да, да, тот самый, точно, точно. Я почему-то думал, что да. 48-й, ну, не бесплатный, но сейчас я его понерфил, он стал легким. Но он не самый бесплатный. Ну... Но он сложнее, но он, чем... Типа, не, ну, типа, немножко не читаю, правда. Он сложнее, чем 45-й. Нет, 45-й самый. Вот, вот это меня бесит, вот это меня бесит. Просто... Мне, кстати, кажется, что тот же самый первый сегмент в пятом бите намного проще, чем 48-й. И, кстати, и этот. 46-й тоже очень простой. Ну... Он плотненький. Он впритык простой, я бы сказал. Впритык простой? Ну да, я тоже его примерно так характеризовал. Простой. Ну вот эта часть совсем простая. А, вот этот, ну, этот сегмент на обучение. Это... Неприятненько. Всё, приехали. Ты не прошел 49-й с первой попытки. Так в смысле? Ты подвел меня сюда. Это вообще невозможно пройти. Нормально, ты пережил первую волну. Какую волну? Я просто стоял, ничего не делал, она меня не убивала, а потом меня она просто убила. Детали. Зато смотри, ты получил 60к золота за одну попытку. Чё так много? Там, может, это личный рекорд? Не, личный рекорд отдельно внизу считается. Я правда плачу 60к за попытку до этого гите? Чё-то много. Надо срезать будет. Ты жесть, на 11-й минуте такую атаку давать? А еще лучше, потрень 49-й. Нет, кстати, да, по тренинг 49. Хотя не, подожди, не тренинг 49. Ну ладно, не тренинг. Просто страдай. Так. Просто подожди, потом по тренинг. Ну правда, ну. Единственное, что на 49 можно поменять, это то, чего ты еще не видел. А, ты хочешь про это? Ну, да. А так мы его, наверное, менять не будем. Ну, хайп, типа 49, это просто я стоял, смотрел на какие-то круги, и потом они меня не убивали, потом они меня убили. То есть абсолютно... Но это очевидно. Нет. Мне есть, было... Пока это, очень... пока это самая неочевидная атака, но он вовсе не будет. Это... Да, ты прав. Ну, пульки, которые тебя затронули. Хайп, ты слышишь? Это то, что я думаю про 49-й секунд. Я абсолютно стабильно прохожу 49-й. Да, готов IQ. Возможно, так просто. Ага. Угу. Ну... Ну что, будешь страдать? Ну, да. Ну, я, типа, не считаю, что это атака вообще какая-то уместная. Ну, в смысле, как можно сделать атаку, которую вообще нельзя пройти?
Ну, если не знать, какие-то гениальные страты от разработчиков просто. Понимаешь, она всем нравится. Practice mod. Который стоит 60 тысяч. Он не стоит 60 тысяч. А, ладно, как... 2 тысячи, по-моему, ладно, максимум. Ладно, как мы там, помнишь, как раз мы обсуждали, что там, типа, что-то про 16, по-моему, попыток шло, да? Давай, 16 попыток, короче. О, давай. И, давай, типа, давай. Пойму или нет? Только здесь у тебя уже 60 попыток, судя по тому, сколько тебе дают на денег. Да, что у тебя 60 попыток. Ну ладно, пусть будет 16. О, сначала посмотри точно. Ну, можно было посмотреть бесплатно, ты чё? Раз. Два. Игрок так не будет 3. Делать. И у него есть возможность посмотреть, он посмотрит. Даже еще продолжение есть. Да офигеть, так долго невозможно рандомить. Ну невозможно не рандомить такое долго, вы че? Не рандом. А, всего 1000. Да, кстати, дешево, надо будет сделать побольше. Потому что 5000 за сегмент, еще ПБ будет платить, за каждый ПБ сегмент будет платить. Так. Скоро все будет получаться. Да. Еще чуть-чуть. Ну, можно даже оставить такую же цену. Типа, игроки все равно будут сливать здесь несколько десятков. Все деньги, что вы накопили, вы сольете. Ну да. Какой же еще? Не, раньше еще один сегмент был, где можно было все слить. 52-й. На какой еще? 52-й. 52-й? Ну, в принципе, он сейчас простой. Что нормально. Цену просто невозможно атаку. Я не знаю, я сдаюсь, я не могу ее пройти просто. Но ты даже 16 раз еще не сделал. Сколько? Что изменится? Что изменится? Что изменится просто? Ну, подумать можно немножко. Я подумал, посидел, что не видно было. Ну, расскажи, что надумал. Ну, ничего. Ну, типа, я вначале думал, что нужно запоминать, но потом треть это вообще рандомное уже. Не надо запоминать ничего. Ну, в смысле, первый раз показывает, как она пойдет? Первый раз показывает он. Но кстати, неправильно показывает, мне кажется. Ну, а второй раз надо... Типа, не показывать вообще первый сегмент. Ну, повторить надо. Ну, типа, запомнить, где она скажет. А, вот как, видишь, как плохо. Ну, вот я о чем и говорю. Только я не понимаю, по-моему... Ассоциации возникают из-за того, что кажется человеку, что надо запоминать. Не надо ничего запоминать. Это все из-за дурацкого Endurance Medley Party. Он сделал этот долбанный Memorize сегмент. Теперь все думают, что если что-то полупрозрачное, то это надо запоминать. Это не убивающий сегмент, где показывает, как работает механика. Я понял, это Noises, что ли? Дурацкий. Какой Noises? Точно, это Noises! Это Noises, ты все правильно понял. 2-2. Да, да, это Noises. Да это бред, вы что, издеваетесь? Я... Да это... Нормально, меньше 16 сегментов прошло, и ты понял, что это Noises. Ну, с подсказкой. Ну, надо подумать, что сделать. Надо подумать, сейчас обучал. Пусть она инстагибная будет, там все равно будет умирать. Так подожди, тогда даже когда я понял, я это жесть, я не пройду это. Ну, вначале я понял, ну, просто лево-вправо ходил. Я кучу говна накидал, когда был маленький кружок последний на 42-м сегменте. Просто в центр все. На первом, понимаешь, вот типа он вводит в заблуждение, но на нем прикольно тренироваться. Потому что
Ну, я долго учился. Ну да, ну да. Ну, кстати, ожидаемо, что снова не нравится. Не-не-не, подожди. Подожди. Сейчас у нас научится. Вот уже почти. Я уже начинаю. Я смотрю, я начинаю понимать, как надо сделать что-то. Это не... Я полностью понял, как работает, типа оно предупреждает вначале маленьким кружком, но это нереально проходить, это нереально проходить. Вы издеваетесь? Это 11-я минута! Я понял, я понял бы это на первой минуте, но это 11-я минута! Думаешь, надо финал тебе поставить? Судав, тот, кто дойдет сюда, он уже не дропнет. Да? Нет, он дропнет и будет ненавидеть этого Эйденс. Нет, не дропнет. Он слишком далеко. У него будет много-много-много денег, он затренит. В следующий раз он ее пройдет с первой попытки. Я имею в виду, просто умерев на этом сегменте, он получит примерно 8к. 8? Это 80 попыток трена. О, подставу прошел. А вот теперь... Два раза, вот это даунство. Нормально, сейчас пройдет. Угу. Вот эту подставу надо убрать, я понял. Слишком тупой, чтобы пройти эту атаку, я не знаю. Ты почти прошел ее, все нормально, ты уже один, почти один, случайно. Да, так, да, это как Декстер звучит, не знаю. Ну, в смысле, она же рандомная. Ну, было попроще ситуация. Там со временем начинаешь понимать, как ее оптимизировать лучше, чтобы не уходить совсем далеко, и все становится нормально. Она мозги очень сильно... вправляет, она по-другому... Какие мозги? Ты до сюда дойдешь, у тебя мозг она будет пустой, чистая... просто пустой. Хорошо, что он будет пустой. Тебе тут совершенно надо мыслить не так, как в ангеймах. Я бы сказал, что сюда мне понравится, потому что она чисто на рефлексах работает. Точно-точно, это ведь похоже на Dance Dance, типа. Просто игроки будут сидеть и фармить деньги, чтобы только лишь потренить эту атаку еще. Это пока типа... что ты 60 раз, 80 раз. Фармить ничего не надо, у тебя будет 80 раз. Если... Кстати, ее можно было бы обузить, если бы... Если бы первый сегмент убивал. Не, я вижу, как ее можно чуть-чуть понерфить, чтобы она была попроще. Не, это мусор, я это не пройду. Ты только что я прошел. Один раз. Да, не было пола, я тоже заметил. Даунский пол. Да можно брать пол. Мне кажется, она будет адекватно смотреться без пола. Не, ну пол прикольный, он типа, из-за него прыгать надо. Ну да, я согласен. Можно постоять. Надо сделать еще ее удлинить в два раза, сделать второй сегмент, где... Есть, с полом прошел. Ну это трэш. Ну это жесть трэш, конечно. 45-й. Нормально?
Я смешно, что говоришь, типа, может быть, я сегодня пройду, да, ага, я все, даже следующий сегмент не открою. Ну, если бы практиковал еще раз, ты бы начал 100%. Сколько денег надо, чтобы столько практиковать? Ну, не знаю, практиковал раз 40. Ну, это уже больше, чем у игрока будет. Нет, игрок, умерев на этой атаке, получит 80 тысяч. Если он не побежит их тратить, то проблем никаких я не вижу. Если он увидел эту атаку и побежал тратить ее на скины, то это уже... Может быть, он долго копил на скины, потом побежал, купил скин, а потом узнал... Но он увидел эту атаку, и он решил, да похер, сойдет. Но он может дойти до этой атаки еще раз, и он получит 60 тысяч. А, ну да. Последний скин тоже покупать там, да? А, да, но скорее всего. Ой, какие проблемы-то! Невозможная атака. Все, надо бафать.